Здравствуйте. В интернете нашли объявление по покупке, по продаже котлов, вернее, градиент. То есть приобрели сначала один котел мощностью 25 киловатт на дом. То есть мы сдавали дом, а площадь была 900 метров у него, ну почти 900, там 880. То есть установленный котел 25 киловатт. Так, соответственно, у нас было потребление. Потребление было у нас 40 рублей, мы учитывали на квадратный метр. То есть падало отопление, то есть это без горячей воды. Горячую воду мы не давали. Ну, временно работал, пока мы газ не подключили. Сейчас дом на сдаче у нас. То есть установили мы второй котел. Дома побольше, они квадратура больше, то есть 1100 квадратных метров, ну их два. То есть, соответственно, там мощность побольше идет. Ну, на данный момент вот они у нас работают сейчас. Подача вот идет в дом 45 градусов. Отапливают, то есть все этажи. Как бы дома еще не заселены. То есть сдача у нас где-то планируется на март месяц, к апрелю ближе. Там уже будем, конечно, подключать газ. А так на это время как бы справляются котлы, все отлично. То есть работает тут в доме, ну, в домах. И как бы, ну, замечаний нет. Ребята оперативно, если что-то где-то там подсказывают, подъезжают. То есть жалоб нет, рекомендую. Всем, как бы, если что, звоните, буду делиться опытом на квартирных домах.